Индийский банк запускает пилотный проект на блокчейн. Банк Kotak Mahindra в партнерстве с компанией Deloitte использует блокчейн для сокращения времени на торгово-финансовые процессы с нескольких недель до нескольких часов. Как сообщает Cointelegraph.com, компания JP Morgan Singapore выступила банком-партнером международных транзакций. Несмотря на путанные регулятивные подходы к децентрализованным инновациям в Индии, острый интерес не ослабевает даже для биткоина. Между тем, Государственный банк Индии поощряет использование блокчейна в системе обмена данными, упорядочивая оформление документов по схеме, которую он назвал «Банкчейн».